Правительство Исландии снимает ограничения на движение капитала и обменные операции. Меры были введены во время финансового кризиса в 2008 году. Об этом объявили на специально созванной пресс-конференции премьер-министр государства и министр финансов и экономики. Меры, которые ограничивали движение капитала, были необходимой частью перестройки нашей экономики после краха. Финансовый контроль распространялся на физические лица и компании. Они были обязаны репатриировать выручку в иностранной валюте, а на движение капиталов были наложены значительные ограничения. Таким образом, Исландия возвращается на международный финансовый рынок. Изменения позволят жителям страны, а также компаниям и пенсионным фондам свободно конвертировать исландскую крону в другие валюты, осуществлять импорт и экспорт капитала, инвестировать в экономику других стран. При этом в силе останутся меры, которые касаются офшорных активов в исландских кронах.